То есть есть несколько параметров, но вот самый простой — это вот зайти вот в MIDI, здесь есть два вот режима, и здесь прям буквально вот каждый параметр можно замэпить, который вы видите синенький, вот любой. Key отвечает за клавиатуру, то есть вы на клавиатуре можете замэпить себе тоже все нужные функции, там букву там нажать, как бы вот она замэпилась на букву T, например, да. Я могу как бы создавать цепочку эффектов, вы видите, здесь вот у меня, допустим, есть внизу вот такой реквалайзер, здесь автофильтр, фейзер, дилей, реверб, и все вот это вот можно макропараметрами отправить вот сюда. Ну, это же очень удобно. И я везде могу быстро добраться до какого-то эффекта. Например, вот сейчас вот есть у меня группа инструментов, и я понимаю, что я хочу как бы сделать быстро ревер. Я беру, допустим, открываю FX и сразу же быстрым образом на пуше вот здесь вот делаю реверб. Он более сильный, более такой, скажем, усиленный. И фильтром закрываю все это сразу же тоже. То есть, по сути, быстрый как бы доступ ко всем эффектам. Это очень удобно.